Сейчас мы продемонстрируем начальный курс дрессировки, то есть это работа собаки на поводке. Порода немецкая овчарка, возраст 6 месяцев, кличка Рафаэль. По команде ко мне собака должна подбежать и сесть напротив вас. Прорабатывать начальный курс дрессировки мы будем сильнейшими раздражителями, с нашими фотомоделями котиками. То есть это наша фишка. На первом этапе обязательно все команды подкрепляем лакомством. Лакомство служит поощрением собаки за правильно выполненную команду. По команде лежать собака должна лежать. Выдержку с оленью будем увеличивать. Подходим и хвалим собаку. Повторили команду, огладили, дали лакомство. То есть кошечки у нас сидят, а собачка у нас работает. Коты являются сильнейшими раздражителями для собак. На первом этапе отработайте команду рядом. Команда рядом дисциплинирует собаку. То есть недельку-две поводите собаку по команде рядом. По команде сидеть собака должна сидеть. Выдержку со временем будем увеличить. Подходим и хвалим собаку. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Обязательно на первом этапе все команды подкрепляем лакомство. Лакомство служит, чтобы заинтересовать и поощрить собаку за правильно выполненную команду. Команду «Место» мы фиксируем на поводочке. Чем отличается команда «Место» от «Сидеть» или «Лежать» или «Стоять»? Более длительный тура по выдержке, и собака может принять любое положение, сидя, лежа, стоя, но не отходить от поводочка. Занятия нужно проводить не реже 2 раз в неделю в утренние 4 часа до кормления. Желательно на первом этапе в удивительных местах, без посторонних раздражителей. Мы прорабатываем сильнейшими раздражителями с котами. Это наша фишка. Ну, на этом мы будем заканчивать свою съемку. Поедет Раф домой к папе и к маме. Хорошо!